всех приветствую на канале Дмян Воркс. Сегодня со мной Данил Юсупов, возродитель МММ 2.0, вот, продолжатель дела Сергея Мавроди. Привет, Данил. Как Привет, настроение? Да как всегда, хорошее. Ну и хорошо. Можем начинать. МММ 2.0. Можешь рассказать о том, как пришел к ней, к возрождению, основные какие-то положения, в чем преимущество над банками и чем отличается от МММ 2011 и 1994 года? С удовольствием расскажу. К МММ я пришел совершенно случайно в 2011 году. Заочно познакомился с Сергеем Мавроди, наткнулся на его блог. Начал участвовать. Очень успешно поучаствовал. Был назначен Сергеем Пантелеевичем, так называемым 10-миллионником, ну, управляющим. Там есть беспрецедентное, есть беспрецедентное письмо. У меня, к сожалению, письма оригинала нет, поскольку мы в разных городах проживали на тот момент. Письмо Мавроди передавал через адвоката модератору своего сайта. Ну, фотографию этого письма, точнее. Ну, фотография этого письма есть. То есть, где Мавроди мне делегирует, по сути, согласование крупных сумм, функцию, которой он сам лично занимался. Вот так вот я пришел к МММ. Как я пришел к МММ 2.0? Ну, как пришел? Когда Мавроди меня 10-миллионником назначал, я очень сильно удивился, поскольку я и подумать не мог, что нету. То есть мне казалось огромное количество там, ну, в его окружении каких-то вменяемых людей помимо меня. И поэтому первый вопрос, который я ему задал, я был не то чтобы ошарашен даже. Мне не хотелось становиться управляющим, откровенно скажу. Потому что я понимал всю эту ответственность. Я спросил, я говорю, как так, Сергей Пантелеевич, а что там, других людей нет, что ли? А что он ответил? Кто, если не вы? И все. Ну и вот так вот я и пришел, собственно, к МММ 2.0, что я наблюдал за событиями, наблюдал. На самом деле я до того, как Сергей Пантелеевич умер, там одна из последних переписок с ним, я ему задал вопрос, что собирается он в Россию возвращаться. Он ответил, что собирается, что вот МММ Глобал сейчас он там разовьет до какого-то уровня. Ну, а потом он умер в 2018 году, и все надежды рухнули, естественно. Вот, я какое-то время, я хотел, на самом деле, там возродить сразу, запустить все, но меня вот что-то остановило, и я об этом нисколечки не жалею, на самом деле. Ну, вот, а в 2020 году просто шарахнул ковид, если совсем по-простому. И я понял, что если сейчас этого не сделать, потому что, ну, у меня есть какие-то, видимо, аналитические способности, самые примитивные. То есть, там, смотрим на график доллара и по всем параметрам. На график это госдолг. То есть, по всем параметрам, Третья мировая, это 20-й год. Тогда еще не было ни Украины, не было всех этих Палестин и всего того ужаса, который еще нам предстоит, с которым столкнуться. Вот и все. И я решил, что если не сейчас, то никогда. И возродил. Ну и кто, если не я, опять-таки, потому что, глядя на всех этих раскольников бесконечных, на все это безумие, на эти попытки там все это обернуть вот в эти все какие-то, ну то есть, ну что там, криптовалюта, какие-то там вот эти инвестиционные проекты бесконечные. NFT было, да. Как? NFT было какое-то там, что-то, картинки какие-то. Ну NFT, да, ну вот это все, это же поветрие. Просто вот, на мой взгляд, какие-то, не знаю. Просто вот люди видят, фон вот какой-то идет у них, а в сути они не вдумываются. Поэтому я решил возродить систему эту. А в чем отличие от МММ 2011 и МММ образца 94 года? Да принципиально, как раз таки, наверное, корректнее сказать, что никаких отличий нет. То есть принципиально это та же самая схема в чистом виде. Это касса взаимопомощи, в которой люди безвозмездно друг другу переводят деньги. Технические только отличия. То есть в 1994 году была аккумуляция средств, ну, физически в офисах. То есть некий буфер был, куда деньги скапливались и откуда они раздавались. Да? То есть ими управлять
То есть с точки зрения, если говорить управления системой, да, ну там, то физические деньги, на самом деле, у них есть огромный плюс. Это мобильность и скорость. То есть они были у Мавроди под рукой, он делал на них рекламу быстро очень. Потому что мы сейчас в какой-то степени, вот в МММ 2.0, сталкиваемся с проблемой роста стремительного. Вот в Stock Generation то же самое было. Мы просто не вывозим всю нагрузку чисто технически. То есть средства есть, а десятники не успевают, там приходится кем-то жертвовать, ну и в общем все такое. В 2011 году, разница от 2011 года, опять-таки чисто техническая, то что в 2011 году были счета десяток. Вот, тут огромный минус в том, что десятники были... Ну то есть это вот как бы, если сейчас средства распылены на участников, да, и один участник, например, отказывается переводить, ты передаешь... другому участнику, ну, десятник передает просьбу о помощи другому, то в МММ 2011 некоторые десятники со временем, ну, это единичные случаи, но тем не менее, они могли на связь не выходить по каким-то причинам. То есть не то, чтобы они деньги воровали, у них просто такие мини-автономии были. То есть они не хотели с общей системой делиться, они вроде как, ну, у меня есть бабки, у меня есть моя десятка, что я буду там по указанию сотника куда-то деньги переводить. Ну, это все тоже было чревато проблемами, что... То есть, чем система распыленнее, тем она становится, с одной стороны, ну, как бы безопасней, более такой устойчивой. Но, с другой стороны, есть вот проблемы, что доступ к деньгам. Потому что деньги на счетах у людей, и как бы, ну... То есть, сейчас абсолютное распыление. Сейчас средства только на счетах участников. И они их друг другу напрямую переводят. То есть, десятник к деньгам не прикасается вообще. То есть... Ну и формальная разница в том, что предыдущие две пирамиды был Сергей Мавроди, основатель, а сейчас Данил Юсупов. Ну, собственно, лица. Все-таки вот. Не пирамида. Я бы не называл МММ пирамидой. Вот это неформальное вот... объединение. Ну, если мы общаемся как бы с публикой неподготовленной, да, люди привыкли, вот, финансовая пирамида, это все-таки касса взаимопомощи в чистом виде. И в 11-м, в 94-м году, просто в 94-м году, вот основное отличие, на мой взгляд, оно не связано с работой системы, оно связано с ситуацией вообще в мире, в стране. В 94-м году у Сергея Пантелеевича не было возможности донести до людей суть происходящего вот в той мере, например, в которой я сегодня доношу, там, даже там, через чат, через какие-то простые инструменты. То есть был телевизор, и все было просто. Вот что по телеку людям показывают, да, и вот люди это, ну, пардон, хавают. Сегодня можно объяснить, разъяснить, показать это все на фактах, на пальцах буквально. Тогда это было тяжелее сделать. Хотя и сегодня, поскольку есть негативный опыт, все-таки власть развалили предыдущие системы. Ну, как бы то ни было, тут даже о причинах можно не говорить. Есть негативный опыт, есть факт. Система останавливалась. И общественное мнение этим постоянно... Ну, это же факт, его нельзя отбросить. Приходится объяснять, что все-таки там власть разрушили, а не сама система. Ну, вот в таком ключе. Ну да, то, что она не рухнула как-то там сама, а то, что... воздействие извне. Собственно, по поводу вмешательства. Никогда, ни под каким предлогом власти не хотели вмешиваться в МММ 2.0? Ну, напрямую лично со мной никто контакты не... Ну, мы переписку не берем в расчет, потому что я получаю ежедневно огромное количество писем на протяжении всех этих 4 лет. Как с советами, так и с угрозами. То есть для меня... Ну, там какие-то вот угрозы по электронной почте, типа, все, там ну, закрывайте. Вот. Да не то, чтобы закрывайте, там всякую чушь пишут. Кто-то там более изобретателен в плане там, ну, кто-то хороший копирайтер, кто-то плохой. Но я к этому спокойно отношусь, и я не считаю вот эти все письма, как бы, ну, за какой-то контакт. То есть реальных контактов никаких пока не было. Ну, на самом деле, можно я вот воспользуюсь вот этим случаем как повод? Mm-hmm. Объясню, почему власти МММ выгодно государству. Mm-hmm. Она выгодна потому, что, во-первых, это некое увлечение, то есть это просто процесс, который увлекает людей. Это, во-первых, это чисто поверхностно, если умозрительно смотреть. Но самое главное, что люди в МММ
получают, действительно получают помощь в большем объеме, хоть это и не гарантируется, и они довольны в основной своей массе. Они довольны, а довольному человеку, ну, ему не интересна политика, он не лезет в оппозицию, он ну, не хочет, вот он не мешает власти, как бы. Это очень важно, это на самом деле так и есть. Количество вкладчиков сейчас перевалило за десятки тысяч? Или вот. Это уже смешные цифры? Нет, на самом деле, ну, я могу только предполагать, вот только предполагать. Количество участников, ну, можно исчислять десятками, наверное, тысяч. Потому что я их не считаю поголовно. А смеюсь я потому, что, ну, тут же важен процесс. То есть, вот абсолютная величина, сколько там участников, не имеет значения. Тут важно, что процесс развивается, и в контексте, опять-таки, того, что происходит в мире, как Мавроди вот говорил, что книга «Сын Люцифера» — это ну, великая книга, просто люди этого не поняли. Вот здесь то же самое. Люди просто пока не поняли, не смекнули, что очень серьезные события происходят, и МММ является не просто там каким-то подспорьем или альтернативой, а чуть ли не единственным выходом мирным. Вот как бы это ни звучало пафосно, это просто сухой факт. Потому что ну, другого нет вообще ничего. Все остальное это ну, так или иначе сводится просто там, к тупому зарабатыванию денег, бесцельному совершенно, потреблению в конечном итоге. МММ 2.0 была основана тобой лично или кто-то помогал, кто-то был сооснователем? Никто не помогал. Ну как? Лично. Тут надо понимать, что, конечно же, были люди, которые мне поверили с самого начала, и нельзя сказать, что я вот один. То есть вообще система, она так и называется. Мы можем многое. То есть Мавроди еще в 2011 году, ну так вот придумал интересно. Но это сакральная вещь на самом деле. То есть не я там, не Мавроди, а именно мы. И сказать, что я вот один типа это все возродил, это неправильно. Просто я был инициатором в том смысле, что я был абсолютно один, когда мне пришла эта идея, и я ее начал выдавать, там общаться с людьми, что вот... Там с бывшими участниками, с которыми связь была. Там первый управляющий, это вообще мы с ним единожды. То есть мы абсолютно незнакомы. Нас ничего не связывает. Он в другой стране живет. Я его увидел физически на митинге в Екатеринбурге. Ну, это МММ 2012. Ой, МММ 2011-2012 год. Это митинг, который в Екате был, после которого на Мавроди оскалилась власть, кстати. То есть я этого человека там единожды увидел. И вот мы с ним там пообщались, я понял, что он здравый, и когда вот встал вопрос об управляющем, я просто ему, причем я не просто ему написал, я его контакты еще там искал какое-то время. Ну и были первые люди, которые вот в меня поверили, грубо говоря. Конечно, они причастны к этому, поэтому это очень важно. Я же не могу их взять и обесценить, сказать, вот это я все один, а они там. И все, кто сейчас способствует, потому что, например, с возрождением МММ с 2020 года уже много воды утекло. Огромное количество людей откололись. Даже те, кто в меня прям вот верили сильно, и такие есть, которые ушли уже. То есть, ну, абсолютно естественный процесс. Просто я к чему? Сам Мавроди говорил, что все крупные дела совершаются только в одиночку. Ну, он имел в виду, что решения принимаются. Вот понимаешь, вот решение принимаю я один. Это естественно. То есть я, конечно же, прислушиваюсь. И то, что там Мавроди говорил, что не нужно слушать экспертов, он тоже лукавил. Ну, он не лукавил. Многие воспринимают эту фразу просто буквально, что он вообще никого не слушал. Конечно же, это не так. Конечно же, он общался со мной, например. Это я могу со всей ответственностью сказать. Он много задавал мне прямых вопросов. А как ты это? А как то? А как вы думаете? Другое дело, что окончательное решение он принимал единолично. Как бы... Да, сублимируя и обобщая вот то, что он уже получил. Фактически да, конечно. А про вот эти вот коллективные неэффективные решения, на мой взгляд, он абсолютно прав. Но имеется в виду, что это вот, ну не знаю, человек не может решение сам принять, да? Собирает какой-то коллегиальный орган, там, какое-то голосование. Этого всего здесь нет. А почему именно 2.0? Почему не 2020 там? Нет, она так и была, на самом деле. Просто ты, видимо, недавно узнал.
Она изначально была возрождена как МММ 2020. Собственно, 2.0 только поэтому, потому что год возрождения 20-й, и я подумал, ну, вроде как, вторая реинкарнация системы вот уже в новом свете, в интернете. А, вторая реинкарнация, то есть не третья система по счету, а именно вторая реинкарнация. Ну, это тоже, это у меня в голове вторая, потому что первая, вот 94-й год, она особняком для меня стоит, потому что интернета не было все-таки. Ну да. То есть первая реинкарнация МММ – это МММ 2011, а вторая реинкарнация – это МММ 2.0, вот в этом смысле. Про Мавроди. Какой он был человек, на твой взгляд? Ну, по поводу встречи лично ты сам сказал. Вот только один раз, да? Больше не встречались. Нет, мы с ним вообще не встречались лично. Вообще не виделись? Вообще не виделись. Физически я его ни разу не видел. Только вот по переписке? Только по переписке, да. Причем там один раз была ситуация в скайпе созвониться, и что-то там, ну, чисто технически что-то перенесли встречу, и мы, так с ним даже, мы даже с ним не созванивались ни разу. И у меня не возникало желания, на самом деле, как-то вот его видеть вживую. Не знаю. Как-то его побаивался даже. Вот. Ну, типа, чего вот я перед ним сяду, чего вот я ему буду говорить. Вот на таком уровне, что как-то меня бы это смутило больше. Какой он был, на твой взгляд, человек? Порядочный, добрый. Сильная личность. Ну, это слабо сказано. Наверное, в принципе, он был личностью, потому что, ну, сильный, слабый. Ну, конечно, сильный. Что тут? Все факты тут перед нами. То есть человек фактически, вот я, кстати, эту тему неоднократно поднимал, там и в чате, и вообще, и в эфирах, что, ну, давай тебе задам вопрос. Угу. Как мы, по каким параметрам мы оцениваем людей как хороших или как плохих, вот, ну, или как сильную личность, или как слабую, вот, по какому параметру в первую очередь мы вот других людей оцениваем? По внешности, может быть, по поступкам. По каким поступкам? Вот что человек, про какого человека скажут? Вот он действительно хороший человек, который что вот сделал? Ну, делает для народа что-то, помогает кому-то. Вот, ты сейчас нас, вот, в этот, ну, ключевой момент. Человек, который живет ради других, который делает что-то для других, не для себя. Вот обрати внимание, ты можешь даже этот принцип как шаблон использовать. Он удивительным образом работает. То есть люди, мы невольно других оцениваем, ну то есть восхищаемся теми в большей степени, которые не себе в карман все тащат, а для других что-то делают. И вот в этом смысле Пантелеич, ну, не сказать, что он бессеребренник, он на самом деле очень успешный коммерсант. О чем все почему-то забывают. Ну, на фоне МММ там вообще все меркнет, что было до МММ, до билетов, да. А ведь он привез компьютеры в Россию. Это его первый подвиг. Если бы не он, возможно, у нас бы сейчас вообще все было, я не знаю. Там. И то верно. Долго ли общались с Сергеем Пантелеевичем? Ну, с самого начала 2011 года, вот 8 января я ему написал первое письмо сразу же. Я как бы прочитал его блог за ночь. Я просто вот приехал там с горнолыжки уставший. Мне приятель говорит, вот у Мавроди там блог. Я говорю, скинь ВКонтакте. Он мне скинул. Я думал, я настолько был уставший, я думал, я сейчас там душ приму горячий и спать лягу беспробудным сном. Но не тут-то было. Я просто с ноутбуком до 6 утра просидел, ну, вот просто захватило целиком и полностью. И на следующий день, проснувшись, я ему написал первое письмо, что Сергей Пантелеич, это вообще восторг, система, тема, я хочу участвовать, что надо делать там. Он, кстати, на него мне ответил, но гораздо позже, там, спустя 2 недели. Видимо, у него почта была завалена, потому что это вот событие, он только там, типа, вот запускается МММ 2011, это вся история. Чем он запомнился лично для тебя? Ну, может быть, там, какое-то качество, какой-то шаг он сделал, который заставил тебя зауважать его еще сильнее. Ну, чего-то такого прям одного, да,
Наверное, нет. То есть все, что он делал потом, все было ожидаемо. Все было ожидаемо. То есть все это было закономерно. А не то, чтобы вот как-то он меня удивить уже и не удивлял потом. Уже все произошло. Ну да, уже вот все, система заработала когда. Как еще сильнее можно было удивить? Все, система работает, там платится 60% в месяц. Взбаламутил людей, там, такое вот, ну... Это... MLM Global, может быть, удивил. Да и нет, не удивило. Но как раз это, я говорю, это было закономерно. Я ждал вот, что он там... У меня на самом деле очень еще... Там как вообще вопрос обстоял? У меня с ним такой разговор состоялся в свое время, что... Ну, дескать, развивайте, говорит, вам же ничего не мешает развивать вот систему, например, за рубежом. Я говорю, мешает. Я же говорю, ну, у меня, во-первых, другой менталитет. Даже если я там выучу язык чисто технически, я все равно людей этих, ну, вот образ их мышления не буду улавливать, я не буду их чувствовать. То есть чисто технически куда-то ехать, у меня вообще, вот, ну, я такой человек, он мне, на самом деле, Мавроди меня в свое время этим подкупил. Что вот как он говорил, что жить нужно... У себя дома, там, где ты родился, в смысле. И делать все для этой страны. И в этом смысле для меня было бы каким-то вот лицемерием куда-то там ехать, что-то там развивать. Я, тем не менее, питал надежды, что вот MMM Global, я в начале нашей беседы это сказал уже, что-то он вернется в Россию. И я прям, как говорится, пальчики держал за него, чтобы все получилось, потому что больше всего грел тот факт, что... Ну, например, в том же Китае ничего не разрушат, поскольку они не предвзяты. Но не тут-то было. Они в итоге же там поэтому их, как он там, WeChat, что ли, ну, мессенджер какой-то китайский у них внутренний, к которому правительство доступ имеет. Они через него начали рассылать, ну, саботировать систему, грубо говоря. Что вот Мавроди это мошенник там и так далее и тому подобное, что ну, там Россия обманула людей. И, собственно, в Китае это сработало. То есть это посеяло панику. А в России все очень, вот до самой смерти его, очень успешно развивалось. У меня, я там с ребятами мы вычислили эти доверенные счета, ну, биткоин-кошельки, куда деньги стекались. Там миллиарды долларов были в один момент. Это по тому старому курсу битка. Вот. И, честно говоря, у меня даже был какой-то момент вдохновения. И его смерть, вот это, я первый день вообще не верил. То есть мне казалось, это какая-то утка, он что-то мутит. Но потом быстро все. Тебя сравнивают с ним? Говорят ли, вот там преемник, пирамидовый сын? Да мне говорят, меня сравнивают чисто внешне. Мне говорят, что я там на него похож внешне. Что я там пытаюсь говорить, как он, якобы я ему подражаю. Вот в таком духе частенько слышу какие-то вещи. Причем я этого не отрицаю, ну, с кем поведешься, того и наберешься. Если я там чего-то нахватался, ну, и чего в этом плохого? Я же, ну, если наоборот, это хитро, то бессознательно, в общем. По поводу сына Максима Мернеса. Он мошенник? Это не настоящий, да? Да, конечно, это... Он же там... Там он вообще, там, как я понял... Вроде убит, что-то он там... Что-то про него было... Я за ним уже давно не слежу, я, честно говоря, даже не возьмусь тут утверждать, что там с ним сейчас или там год назад. Но вот на момент, когда мы с ним... Он нарисовался в 21-м году со всеми этими утками, с этим Гордоном. То есть, у меня вроде никогда не было сыновей, а тут от какой-то типа бабы. Это чушь, это просто вот настолько дешевая утка... Меня в моих глазах, честно говоря, вот Гордон в тот момент просто вообще вот. Я и так, ну, чувствовал за ним какую-то гнильцу. То есть в его случае он хороший профессионал, но как человек он совершенно отвратительный. А тут это как раз и слилось в одном, что вот он у него интервью взял. То есть только благодаря интервью вот этого проходимца с Гордоном мы сейчас вообще в принципе о нем говорим. Правильно? Это же факт. Да. Вот. То есть Гордон способствовал вот этому, по сути, вот распространению этой утки. И не знаю. Ну, ты с ним вроде как созванивался, я видел это видео. Конечно, я ему в лицо говорил, что ты мошенник, зачем ты врешь, что ты сын Мавроди. Он там ничего не ответил по итогу, ну, какая-то... Он просто отшучивался, все время смеялся, что-то как-то странно, невнятное там говорил, больше шутил, типа шутил.
А так, да даже по интервью с Гордоном там же видно. Он там какой-то весь, ну не знаю, дерганный, что ли. Какой-то странный, какой-то непоследовательный. Там, ну, я просто... Это, он же там до этого чем-то занимался, этот Максим, тут важно упомянуть. Он же там какой-то уже и без этой утки до этого, в смысле. Криптомиллионер, он там что-то как, какой-то... Вот, какой крипто это разводил? Это обычный, самый, вот, самый простой мошенник. Цыган какой-то там что-то... Да, там, когда он у нас в чате нарисовался, люди начали появляться в чате, которые прям, типа, Макс, вот же скрины, я тебе деньги переводил, ты, типа, лжец там. Ну, то есть, прям вот так вот. Ну, то есть, поэтому тут как бы даже говорить о нем, мне кажется, особо внимания ему уделять не стоит. Когда ты стал 10-миллионником? Ну, ты говорил, что в системе 2011 ты был им какое-то время, и потом уже Мавроди передал тебе. Нет, ну вот, передал, ты имеешь в виду, делегировал согласование крупных делегировал, сумм? Делегировал, да. Да, смотри. Значит, 10-миллионником он мне назначил осенью, где-то в октябре, в ноябре, вот как раз, наверное, вот в это время. Точно не помню, потому что там настолько события были скомканы, что вот какой-то точный день я сейчас сказать не смогу. Это конец 2011 года, осень, октябрь, ноябрь. Он мне поставил перед фактом, что Павел Донуков, это бывший первый управляющий из Украины, кстати, что он, ну, все не справляется, что жена его там тоже не справляется, дескать, вот ты. А делегировал он мне согласование крупных сумм, которым сам лично занимался, когда его приняли после митинга в Екатеринбурге. То есть это уже там март месяц был 2012 года. Какая главная мудрость, какую главную мудрость ты понял от Сергея Мавроди за все время общения с ним? Делай, что должно, и будь, что будет. Цель системы, вернее, неформального объединения. Да разрушить не, систему называть. Главное, не пирамидой. Цель системы – разрушить мировую систему путем финансового апокалипсиса или же в желании помочь людям? Вот я на эту тему очень много говорил, опять-таки, в 2020-2021 годах. Именно вот на этом акцентировал внимание тогдашних первых участников, что, на мой взгляд, вот эта деструктивная цель – разрушить, ну, знаешь, есть русская поговорка – ломать не строить. Ну, то есть… Вот сам посыл, само намерение, вот что-то сломать, оно в корне неверно. То есть, на мой взгляд, мы, кстати, с Мавроди эту тему обсуждали, он и публично об этом говорил, по поводу революции. Вот почему те, кто делают революцию, потом не могут править страной? Потому что все, что они могут, это сломать. Понимаешь? То есть, да, они крутые революционеры, они могут раздолбать все, что есть, порядки там. Ну, Ленин какой-нибудь, да. А дальше... Вот почему после любой революции какое-то время вот глад и мор еще страшнее, чем до революции. Вот именно поэтому, потому что несозидательные люди, они сломали. И поэтому я очень много об этом говорил, и хорошо, что ты мне напомнил, что вот созидать, вот сама цель, вроде одно и то же, да, но недаром же, вот опять-таки, как говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет. То есть одно дело, мы будем там разрушать систему, или, и другое дело, как ты верно заметил, что мы будем помогать людям. Ну, то есть, помогать людям – это средство, на самом деле. Но мы в конечном итоге будем создавать свою какую-то неформальную систему взаимоотношений, построенную там на каких-то абсолютно понятных, естественных принципах. Поэтому цель системы все-таки не разрушить существующий порядок. Цель системы – объединить людей и показать, что можно жить и не выживать, при этом никого не надо будет обманывать, что-то выдумывать. Вот, что-то разрушать при этом. Вот, да, оно разрушать и не придется. Вот жизнь так устроена, что когда появляется что-то новое, и люди понимают, что это новое, ну, действительно лучше, чем... Ну, я не знаю, вот флешка появилась, как носитель информации. Создатели флешки, они же не разрушали заводы там, которые... производят какие-нибудь магнитные ленты или CD-диски. Они просто создали, и эта штуковина вытеснила все остальное. То есть люди просто за ненадобностью там, ну, перестали пользоваться. Вот, на мой взгляд, это гораздо
продуктивнее, чем вот... Вот в Мавроде, если говорить о его какой-то негативной черте, чисто по моему субъективному мнению, вот это вот желание разрушить, оно, ну, я не знаю, все-таки, наверное, он же человеком был. Он в любом случае, вот, если всю его судьбу проанализировать, совершенно очевидно, что эти испытания, которые он все-таки прошел, они не могли не оставить следа в его душе, правильно? То есть, в любом случае, он, ну, как-то где-то был, ну, как, какая-то вот, какой-то деструктив им двигал все-таки. То есть, вот, отомстить... Как-то вот поэтому он говорил про апокалипсис, поэтому даже вот в его «Сын Люцифера» читал? Да, конечно. Ну, вот эти все реки крови, в которых всех утопить, там, не в одной новелле, причем в нескольких. Вот это вот желание как-то уничтожать, и как-то вот типа, а, люди там, ничтожество все мелкие, какие-то муравьи, типа, сейчас я там, ну, образно я, да. Вот это немного, ну, в нем... Не то, чтобы меня даже как-то пугало, я считаю просто, что это неэффективно. То есть сам по себе вот мотив разрушительный, он все, это уже неверно, это уже ошибка, на мой взгляд. Ну, даже в ответах на вопросах, которые он снимал, он говорил, дескать, ждите, скоро финансовый апокалипсис будет, там, еще до МММ 2011, ну и все смежное, похожее. Тут надо еще, Демьян, понимать одну такую, вроде бы маленькую, но очень значимую деталь. Пантелеич очень хороший пиарщик, и вот эти вот все его, ну как сказать, то, что вот он там... Громкие слова. Да, на публику говорил, это больше для того, чтобы, ну, как-то людей объединить вокруг. Люди все-таки, вот они же видят, что все несправедливо. В любом случае, ты же вот чувствуешь это, ну, да это очевидно всем, что с этим миром что-то не так, и что нужно что-то делать. И вот на эту идею просто многие купились, типа, а, сейчас мы там все. Вот даже сейчас посмотри на палестинцев, да, как они топят за то, что вот по всему миру сейчас эти митинги, да, то есть люди, они за справедливость готовы вообще, ну, то есть на многое. И Мавроди этим спекулировал. Можно так сказать. Ну, на благо, естественно. То есть, это просто пиар-акция была такая. Эти финансовые апокалипсисы. Сколько живут пирамиды в среднем? Ну, вот так, навскидку. Если, допустим, будут преемники, будут там люди, курирующие довольно долго. Ну, слушай, Демьян, опять-таки вопрос про пирамиды. Десятилетиями. Вот сколько доллар живет? Ну, сотни лет, если не меньше. Если не больше, вернее. Нет, ну, чуть больше сотни как раз-таки. Но опять-таки, тут все же от намерения зависит. То есть, вот МММ, я нисколечки не сомневаюсь, я так скажу. Вот, просто и коротко. МММ в любом случае достигнет своей цели. Моими это будет руками сделано. Либо там какого-то другого преемника. Это рано или поздно случится. Вопрос только когда. Вопрос, в принципе, случится ли это, не стоит. Вопрос стоит, когда это произойдет. Это совершенно точно. Поэтому в данном ключе рассматривать, а сколько работает система, ну, просто бессмысленно. Потому что проценты, все, что в ней происходит, это всего лишь средство, чтобы затянуть в нее людей. Я же, вот, например, открыто об этом говорю. Это заманчиво. Чтобы люди поняли, как устроена финансовая система, что они могут... Тот же самый инструмент, которым нас всех узурпируют, мы можем использовать себе во благо, грубо говоря. Вот и все. Перевод аббревиатуры. Мы можем многое. Мы меняем мир. Фамилии основателей. Что из этого более каноничное из всех переводов, ну, расшифровок? Ну, тут же, опять-таки, тут нет каких-то канонов. Это же просто развитие. То есть, изначально, когда он создавал кооператив, ну, типа, как назвать? Пантелеич, он в этом плане очень простой человек, на самом деле. Че придумывать? Вот, Мавроди, Мавроди, Муравьева. Все, МММ. Потом события произошли, контекст поменялся, его закрыли, систему разрушили. Он выходит, освобождается, запускает МММ снова. Уже мы можем многое. То есть, ну... Тут это все эволюционирует. Но, на мой взгляд, уже многое, тут хотя бы смысл есть, в отличие просто от
каких-то там букв, фамилий. А мы меняем мир, это возникло благодаря тебе или пораньше? Нет, это, я вообще к этому не имею отношения. Это в МММ 2011 участники упражнялись, грубо говоря, в том, как эти три буквы можно там прошифровать. И вот там вот это все было. Трансформировать, да. Мир, мы, так, там еще что-то было. Что-то с мечтами. Мы материализуем мечты, ну, вот всякое там. Кто во что гораздо, короче. Я вообще к этому не имею отношения. Как относишься к ситуации в стране политической, финансовой, социальной? Ну вот, как-то в целом. Ну, я не отношусь, я буквально стараюсь ее изменить. То есть, вот возрожденный МММ, это не просто там мое какое-то отношение или бурчание под нос. Это действия, поступки. Ну, то есть, я вообще считаю, что в стране, в нашей, ну, что наша страна, какая в ней может быть ситуация? Наша страна, как Мавроди совершенно верно говорил, это банановая республика. У нас все сверху донизу перекуплены за доллары, фактически. То есть, все руководствуются... Вот, кстати, перед эфиром я опубликовал в Телеграм-канале переписку. Не переписку, ну да, переписку там это, в Ютубе. Ну, Ютуб... канал, который Мавроди, собачка Мавроди, нижнее подчеркивание, клуб, там, под одним из видео, значит, вот человек пишет. Так, сложно жить людям, созидающим в системе воров и убийц. Это переписка в комментах под видео. Следующий пишет. В смысле созидающим? Вы в курсе, как работает финансовая пирамида? С каких пор аферисты стали созидающими лицами? И этот отвечает. С тех самых пор, когда главным аферистом стало каждое государство, которое создает вид своей кипучей деятельности, созидательные моменты которого выкачать побольше ресурсов и, ну там он матерится, свалить подальше, пока не сместили другие желающие, не вошедшие еще в игру аферисты. Сергей сам зарабатывал и другим давал, но у нас так не принято. Принято только пыль в глаза пускать, кормить сладкими речами и тут же вытаскивать последнее с нашего кармана. То есть, и эта ситуация, вот я полностью солидарен вот с этим комментатором, она не только в нашей стране на самом деле, это вот именно вся мировая система именно такая. То есть вся финансовая система превратила властей всех абсолютно без исключения стран в коммерсов. То есть все думают только о бабках и с этим нужно что-то делать. Как говорил Мавроди, главным назначили килику. Но он говорил, килик назначили акулами. То да, есть кильку назначили акулами. Ну, нет, тут немного не об этом. Тут все-таки, что акулы всех скупили. Вот так вот, наверное. То есть всех, все куплены за доллары. Все наши чиновники, все эти... Вот кто вопит там, что дедолларизация. Ну да, дедолларизация населения в пользу их карманов. Грубо говоря, они пытаются таким образом доллары у людей изъять и к себе в карман сложить. Вот и вся дедолларизация. Можешь ли рассказать про измененный логотип МММ? Ну, он там не особо поменялся. Был зеленый вроде бы, да? Черный с зеленым сочетание. Поменялся на красный с черным. Да это незначительно. Он незначительно, зеленый, он и да. Красный. То есть тут... Я вообще вот даже не думал об этом, честно говоря. А вот само изменение какое-то, как... Внешне оно планировалось, вот, чтобы как-то вот тут Мавроди, тут я, да и нет, как-то нет. Разграничить это, нет? Я вот в свое время я красный логотип нарисовал, исходя из соображений вот, контрастности, что его он ярче, что красный цвет, он цвет, ну, все-таки такой будоражащий, вот и все. То есть это не связано с тем, что вот этот логотип там Мавроди, это мой, я вообще даже не думаю такими категориями. Чисто маркетинговый ход. Ну, чтобы он был заметен, там какой-то плакат мы вешали, мы же рекламу делали в офлайне, ну, не мы, участники. Вот на Урале, там, в Екатеринбурге, всякие баннеры и прочее. И вот исходя из соображений, чтобы красный там на черном, что ли, просто чтобы он был ярким и все. По поводу YouTube-канала, как ты пришел к тому, чтобы его создать, и кто делает вот эти нарезки, шорты, видео? Короче, как я к нему не приходил. То есть там вообще получилось все очень интересно. У меня был мой YouTube-канал, который сейчас используется как канал отзывов.
то есть, который youtube.com/мавродиклуб, без всяких там собачек, нижних подчеркиваний. На нем там порядка что-то там 17-18 тысяч подписчиков. Он не особо развивается, там контент. Только видеоотзывы участников. А этот второй канал я создал просто как резервный, ну, на случай блокировки первого в свое время. И вот тут, кстати, вопрос о людях, опять-таки, о том, что мы можем многое. Появились ребята, совершенно случайно, мы с ними вообще знакомы не были, они молодые, кстати. И они просто начали заливать видосы, вот эти шорцы, пантелеичем, и они начали стрелять. Все. То есть вот так все произошло, и вот так вот все пошло, поехало. Очень легкий ход для привлечения как бы людей. Ну, он не то чтобы легкий, он эффективный, потому что, ну а что, никаких трудозатрат. Людям, которые делают видеоролики, это в кайф. Я свои ролики записываю, но это содержательная часть в них. То есть я там объясняю всякие вещи, там как-то пытаюсь систему популяризировать. Все очень просто, все нативно произошло, вот как само собой. Вот как песня льется. Вот так же. То есть ничего я там не планировал как-то, не сидел там, не думал. Просто хоп, и стрельнул канал. И мы начали этим, ну, естественно, пользоваться. Поняли, что... Тут же опять-таки нужно рассматривать вопрос в контексте происходящего. То есть рекламу делать не дают. Поскольку МММ, все сразу там крутят у виска в лучшем случае. Что все там пирамида, мы с вами связываться не будем. Все вот эти стереотипы. А тут... Сам Бог велел, ну, то есть, YouTube-канал, все развивается там, ну, я бы никогда не подумал, что мои видеоролики, там, один мой видос вообще, там, что-то 500 000 просмотров набрал, но это мой. Мавроди, там, я вообще молчу, там, 1 000 000 просмотров, то есть, запрос на Мавроди и на МММ у общества колоссальный. Кстати, можно посмотреть у нас там сейчас, мне самому просто любопытно, я же тоже, как бы, не сижу тут постоянно. Так. О, у нас 180 подписчиков, 180 тысяч, 179 833, тоже интересное как бы событие. Вот буквально недавно 170 праздновали, по-моему, меньше месяца, то есть вот 10 тысяч подписчиков. Скоро круглая дата, да. Ну, скоро вернее, круглая цифра. Ну да. Родственники, может быть, знакомые, там, друзья... Отказывались верить в возрожденную МММ 2.0 или, может быть, называли тебя, там, не знаю, мошенником, человеком, которому не нужно доверять? Ну, кто-то вот из не просто там, а именно окружения. Ты знаешь, у меня друзей вот после МММ 2011 нету. Нету? Нету. Ну, вот прям, которым я там что-то персонально там рассказывал бы, нету. А родственники, ну... Я с родственниками, у меня очень мало близких людей, и с ними я не обсуждаю дела. То есть просто мы, ну, то есть там совсем другой уровень общения, просто, ну, не обсуждаем систему. Они меня не осуждают, ничего такого не говорят. А друзья вот те, которые в 2011 году еще были, ну да, они, когда я их звал в систему из соображений, ну, продуктивных, чтобы вот помочь им, да, потому что я-то сразу понял, что это тема, что здесь нужно участвовать. Они, естественно, там теряли время, крутили пальцем у виска, там всякие нехорошие вещи за глаза говорили. Поэтому у меня друзей с тех пор нет. Ну, у них нет смысла. Для меня друзья те, кто вот мои единомышленники, кто со мной делом занимается, вот это настоящие друзья, я считаю. А это все так, постольку-поскольку. Естественный отбор случился благодаря МММ 2011, можно так сказать. Так сказать. Что бы делал, если бы не МММ, ну, 2.0? Если бы не возродил? Я не вижу смысла отвечать на такие вопросы. Я же возродил. То есть, как я могу? Все, что бы я ни сказал, это, ну, вообще никакого отношения к действительности не будет иметь. Я же уже возродил. Я вообще вот не понимаю этих вопросов. А вот что бы, если бы? Ну, так не если же. Она же уже возрождена. Ну, типа там, вот мне многие говорят, а вот что бы... Интересно, Данила, каким бы ты был... Если бы ты окончил медицинский, типа. Я говорю, ну я же его не закончил. Ну, Мавроди, например, отвечал, по-моему, что он рыбачил бы там все свободное время. Что-то такое было в стиле. Не знаю, я не берусь. У меня какого-то такого увлечения, там, что как рыбалка, нету. Я увлекаюсь всем понемногу, то есть стараюсь там
какие-то новые в жизни для себя дела, да, открываю какие-то. Ну, если говорить про какие-то вот увлечения на уровне рыбалки. То есть стараюсь не зацикливаться, у меня такого нет. Система вроде как тебе, ну, не приносит никаких денег совсем. Ну нет, это неверно. Она меня... Приносит. Она приносит мне деньги на, ну как я это называю, на поддержание штанов. То есть в этом смысле у меня такая же политика денежная, как у Мавроди. То есть я беру, прошу оказать помощь только на жизнь. Не сверх того. Ну, опять-таки. Хотя, вот как Мавроди говорил, он очень правильно эту тему рассуждал. И все логично, что система работает благодаря ему. Правильно? Работала тогда. И вот как он говорил, это, говорит, у меня потребности просто скромные. Что если бы, говорит, мне нужны были, он прям так говорил, там, шлюхи, шампанское, я бы, говорит, брал деньги на них. То есть он неоднократно это говорил. Поэтому здесь надо просто обозначить вопрос так. С самого возрождения системы я не скрываю, что я беру из нее деньги. Все. Столько, сколько мне надо. Но деньги это не цель. Это просто вот, ну мне же надо что-то есть. Я же круглые сутки занимаюсь тут. Текучка одна чего стоит. Но это твой основной источник доходов. Ну, говорить о том, что это источник дохода, некорректно. Ну, скорее поддержание какое-то. Поддержка. И, по-моему, это вообще источник жизни, я скажу так. Не дохода. Что самое главное в МММ 2.0? Можешь сказать в трех словах? Ну, вот прям самая главная вещь. Система работает. Вот в двух словах сказал. Это самое главное. Работает в сверхагрессивной среде. То есть работает в среде, в которой все убеждены, что это обман, что ничего не получится. И вот несмотря на это, система работает. Это самое главное. О брате Мавроди Вячеславе. Сейчас о нем что-то известно? Или вы не поддерживаете никаких контактов и ничего? Вообще ничего не знаю про него. Абсолютно. Вроде как, это именно он предложил похоронить Сергея Пантелеевича на каком он кладбище, по-моему? На Троекуровском. На Троекуровском, но сам он при этом на похоронах не был. На похоронах я был. Там брата его не было. Родного, был двоюродный, кстати. Также сильно похож на Сергея Пантелеевича. Вот по поводу похорон. Может быть, немножко не тактичный вопрос. Каковы были ощущения, когда ты стоял рядом, ну, там, смотрел на сам процесс, и какие у тебя были ощущения? Да, я, честно говоря, уже не помню, какие они были. Ну, нехорошие, по большей степени. Это было для тебя ударом? Ну, на похоронах я еще этого не осознавал. То есть утраты я еще не почувствовал тогда, если ты об этом. Я просто приехал, ну а куда деваться? То есть надо хранить и... Ну, была печаль какая-то, возможно, но ты еще не пришел к тому, печаль, что... Но в полной степени утраты я тогда не осознавал. То есть прям вот такого горя, депрессии сразу на похоронах не было. Ну, это, мне кажется, любому человеку так. Это же все, как говорится, ну, осмысление позже приходит. Вначале шок такой некий, ну, типа непонятки. Были даже мысли, поскольку мы люди такие существа, до последнего я лелеял надежду, что это не он. То есть я вот этого не скрываю. Скептики. Были мысли, да, были мысли, что, блин, ну, может, это не он, может, это там кукла какая-то, какая-то муля, ну, утка. Но после того, как, во-первых, Лена, ну, его жена единственная, которая похоронами занималась, подтвердила, и когда его как раз-таки двоюродный брат, это было на отпевании в церкви, он так посмотрел на него сбоку, то есть он лежал в гробу, у него крышка открыта, там, ну, все как положено по христианским канонам, но на отпевании. И брат так, я что-то смотрю, он так нагибается вот так и смотрит на него вот так как бы сбоку, в профиль. И потом уже, когда мы с отпевания поехали на газельках на Троекуровское кладбище, брат говорит, слушайте, говорит, он так похож на Пантелея, на своего отца, я бы, говорит, никогда не подумал. И говорит, у него, видимо, говорит, в жизни нос с горбинкой, греческий, у Пантелея, говорит, нос был с горбинкой, а у сыновей нет.
У них, говорит, другое лицо. Ну, видимо, мать там сказалась в генах чисто физиологически. А тут, он говорит, у него, видимо, лицо... Ну, как человек, он же в морге еще долго лежал, там же бюрократия с документами была, его никто не мог опознать, там документов нет, очень много вопросов, кому тело выдавать вообще, ну, тем более, это же Мавроди, это же не какой-то там Вася Пупкин. Из-за этого все затягивалось. И пока он лежал в морге, ну, ты же понимаешь, что значит пролежать в холодильнике мертвому телу без движения. То есть, у него лицо, оно как бы осунулось, кожа буквально растеклась по черепушке, понимаешь, высохла и вот... Хоронил людей близких когда-нибудь? Да, конечно. Ну, ты же видел? Они очень, тело очень сильно меняется. Вот. Оно даже это. Сразу, даже если оно не пролежит нигде, ты уже... Вот я бабушка, у меня на глазах умерла, я вот вечером на нее смотрю, вообще чужое лицо как будто. Другой человек. Аналогично, аналогично, конечно. Вот, а тут, прикинь, человек 5 дней там пролежал в морге, плюс ко всему. И, но, что примечательно, опять-таки, брат вот на него смотрел, и нам говорит, вот он, говорит, похож на отца, и вот это, говорит, горбинка... отцовская, она, говорит, только сейчас у него проявилась, когда кожа, ну, грубо говоря, натянулась, представляешь? Надо и когда он вот это сказал, все, для меня, видя брата, видя его внешне, такой же низкорослый, широкоплечий, короткая шея, большая голова, жидкие кудрявые волосы, они вообще похожи. Вот этот двоюродный брат, он как родной вообще. Вот прям... Все сомнения отпали. Сразу, вот когда этот человек... Даже Лене, я не так честно скажу, поверил по поводу родинок. Она говорит, я, говорит, его тело все осмотрел, я, говорит, его знаю всего, ну, я же, говорит, жена его, господи. Ну, человек, понятно, что все его там вдоль поперек знает. Я так не поверил, как, ну, для меня это не было так убедительно, как вот слова его двоюродного брата. Возвращался ли ты на его могилу потом, спустя какое-то время? Нет? Ни разу? Нет, но я в другом городе живу. Угу. Так видел бы там... если бы он был похоронен вот где-то физически близко, я бы, возможно, и там раз в год приходил, ну, может, почаще даже, не знаю. А так, чисто физически это трудозатратно, скажем так. Есть видео в формате шортс на Ютубе, где человек снимает вот уже готовый памятник, там доллар расколотый, по-моему. Ты видел, да, эти фотографии, видео? Угу. И там, по-моему, не цитата самого Мавроди, а цитата Гёте. Очень удивительно, что взяли не его, а чужую. Хотя я почему-то думал, что будет его цитата. Демьян, там знаешь, в чем дело? Это же памятник, который ставили другие люди. Ну, как бы, там ни супруга к этому памятнику, ни родственники. К сожалению. Да, отношения не имеют. Поэтому этот памятник, он, это воплощение, ну, скажем так... Чужого представления о Мавроди. Абсолютно. Да, это представление тех людей, которые делали этот памятник. Вот и все. То есть я не говорю, что он плохой, хороший. Я вообще не любитель давать оценочные суждения. Ну, сделали, сделали. Все, вопросов нет. Но в целом, просто указывая на тот факт, что вот и ты заметил, что да, он не имеет отношения к Сергею Пантелеевичу вот настолько близко и по-родному как-то. Я просто, вот честно, я просто сам удивился, когда видел, ну, посмотрел это видео. Казалось бы, вроде все так хорошо, даже доллар расколотый такой, финансовый апокалипсис же должен был быть. И тут цитата Гёте. Просто как, не знаю, странно, особняком да? Таким. Странно, ну, нелогично как будто бы. Да, да. То есть надо было взять его какую-то там простейшую вот цитату, ну, типа там, мир плох, что ж, сделай его лучше. Ну, вот, что-то из самого простого и сильного. Ну, вот. Это представление о нем, ты совершенно верно сформулировал, это представление о Сергее Пантелеевиче, тех людей, которые этот памятник сделали, вот и все. Что порекомендовал бы начинающим строителям, скажем так, пирамид, основателям или людям, которые хотят участвовать в них, ну вот конкретно в возрожденной МММ 2.0, либо уже участвуют, какие-то вот, не знаю, общие советы, там, рекомендации? Ты все-таки назвал две разных группы людей, поэтому я два раза отвечу. Вот первая группа, которая хочет заняться своими пирамидами там какими-то, я настоятельно рекомендую не маяться ерундой, не заниматься чушью, а внимательно изучить, как устроена система. Все уже создано.
не нужно изобретать велосипед. А ко второй группе, ну, вот сегодня, исходя из всех тех баталий, не знаю, наблюдаешь ты за ними или нет в чате, они, как правило, обостряются в выходные, потому что люди, видимо, как-то... Да, я почитывал иногда. Вот. Но я, на самом деле, очень спокойно ко всему отношусь. Я, конечно же, участвую в них, но по-философски. Вот я заметил такую вещь. Люди невнимательны. Я бы посоветовал всем быть, ну, чуточку внимательнее. Вот такое ощущение, что люди куда-то все время спешат. Они все время как будто живут последним днем. Это неправильно, поскольку, ну, недаром есть, опять-таки, замечательная поговорка: поспешишь — людей насмешишь. Или там: спешка нужна только при ловле блох. Во всех остальных вопросах не нужно спешить, не нужно вот этот вот синдром рассеянного внимания: то за одно хватается, то за другое. Вот он мне там один ответил, участник чата, что вот у вас меню сливается, там сколько-то строчек, идеология теряется. Я говорю: господи, да и прочитай ты просто все внимательно, и ничего там не сливается. Вот люди спешат, говорит, ну вот не надо спешить. Мне Мавроди как-то раз ответил, кстати, очень метко, что успеем, говорит, все в гости к Богу. Что спешить-то? Все там будем, не надо спешить, надо жить спокойно, вот как-то сосредотачиваться уметь, концентрироваться, не знаю, ну то есть вот там изучаешь МММ, спокойненько все читаешь от и до. Там, а потом уже идешь в чат вопросы задавать, как-то последовательным, что ли, быть. Как? Ты верующий человек? Ну, я на эту тему уже тоже говорил. Для меня вопрос веры не стоит по отношению там, к наличию какой-то высшей силы. То есть я просто знаю, что она есть. Зачем мне в это верить? Я не религиозный абсолютно, то есть я религия. Религия — это интерпретация, ну, чего-то высшего. Нет, это как памятник. Это вот Мавроди один, а интерпретации, представления о нем у разных людей разные. И вот религии — это своего рода интерпретация об устройстве этого мира разных людей, разных культур. Вот. А я знаю, что есть, ну как его называть, Богом, там Аллахом, Вселенной. Ну, то есть, неважно, как его назвать, сила однозначно есть. И никакие доказательства не требуются, потому что сама вот эта жизнь, вот, ну, посмотри, вот мы живы, с тобой говорим. Какие еще доказательства нужны? Откуда мы вообще такие взялись? Мавроди, в свою очередь, приводил интересный пример по поводу естественного отбора. То есть, если не естественный отбор, то что? Как бы из-за этого можно сделать вывод, что Бог существует. Как ты относишься к этому суждению? Ну... Он там, во-первых, я тебя немного подправлю, он там сказал несколько иначе. Он сказал, что, ну хорошо, говорит, типа, естественный отбор есть, Бога нет. Ну а кто, говорит, придумал естественный отбор в таком случае, если Бога нет, типа? Ну да. Сам по себе, что ли, этот механизм появился? Это же тоже продуманность, это, ну, то есть... Даже любая наука, она на самом деле пронизана вот... Даже сам факт, что вот любая наука, она по определению, ну, бесконечна, в том смысле, что не то чтобы наука, а процесс познания, он бесконечен. То есть сколько бы ты ни знал, с каждым, вот как Сократ сказал, да, что я знаю только то, что я ничего не знаю. Чем больше я узнаю, тем больше я в этом убеждаюсь. То есть чем больше ты узнаешь, тем больше ты понимаешь, насколько ты мелок, получается, был до этого. Ведь ты узнаешь, что-то новое постоянно, интересное. То есть, поэтому, ну, это беспредельность, это уже как бы другая категория, это по-кастанедовски, это непознаваемое для человека, потому что человек-то конечен, он, ну, то есть, мы какое-то время здесь живем, то умираем, мы не можем беспредельность эту познать по определению по своему, но, тем не менее, можем о ней как-то там по-муравьиному поговорить, по всей видимости. А вот у меня сразу вопрос такой возник. Веришь ли ты в реинкарнацию человека? То, что там из тела в другое тело, что-то там, мы перерождаемся? Я все-таки склонен больше к научным каким-то объяснениям, которые проверяют с практикой и доступны вот моему взгляду, да, то есть зачем что-то выдумывать, если можно, вот, смотри. Опять-таки Кастанеду приплету с его простотой. Вот как он говорит, как, говорит, бороться с чувством собственной важности? Нужно, говорит, осознать, что все мы пойдем на корм червям. Вот президенты или там полы где-то моешь, ты пойдешь на корм червям, все.
А теперь давай разберем, вот просто порассуждаем вслух, что значит пойти на корм червям. Вот я там, грубо говоря, таблица Менделеева, да, то есть состою из каких-то там веществ. Я умираю, разлагаюсь, попадаю в землю в виде вещества. То есть меня черви перерабатывают в том числе, да. То есть они пожирают меня, я прохожу сквозь червяков уже в другом видоизмененном, да. Ну, то есть вещество меняется. То есть, точнее так, вещество-то химическое как раз оно одно, просто его структура меняется. Понимаешь, да, о чем я говорю? Да, да, конечно. Структура меняется, оно там идет взаимодействие там. Что происходит дальше? Дальше происходит то, что почва за счет того, что мы в ней сгнили, да, она насыщается питательными веществами для растений. То есть, грубо говоря, я иду не только на корм червям, на самом-то деле, если подумать. Я иду на корм растениям. Растение потом съедает животное. Животное потом съедает человека. На улучшение Знаешь? Планеты, в принципе. Как? На улучшение всей Земли, по сути. Ну, на продолжение процесса. То есть, есть некий непрерывный процесс. Вот как круговорот воды в природе, да? Есть такой же круговорот простых химических веществ в этом мире. И в какой-то степени, ну, не знаю, может, это и есть реинкарнация. Что вот мы распадаемся, а потом идем на пользу, на питание уже другим, новым, молодым людям. То есть, и причем это же научно доказано. Кстати, с деньгами такая же история. Вот многие рассматривают, в силу своего образования, рассматривают финансовую систему как что-то статичное, что-то дискретное. Что вот деньги, вот у меня есть деньги, да, вот я отдал, все, денег у меня нет. А то, что деньги дальше пошли по рукам, что они участвуют там в сделках, что там банк, ну вот вся подлость денежного мультипликатора банковского в том, что там деньги вкладчиков банкир выдает в кредит, причем по несколько раз, поскольку все новые, все, точнее, те же самые принесенные деньги уже новыми вкладчиками банкир рассматривает, расценивает как новые. Опять только часть резервирует и выдает. Получается, вот круговорот денег, да, то есть то же самое. Вот мало кто об этом задумывается, а об этом стоит задуматься. То есть просто чуть пошире взглянуть на систему. Немножко вернусь назад. Ну вот, когда человек погребен в земле, отдается на корм червям, а вот если взглянуть на ту же кремацию, например, это тоже своего рода, ну как бы передача себя как полезного элемента для других. Ну, например, там куда-нибудь в почву, высыпал в океан. Или это уже другое, ну, прах. Ну, если совсем цинично рассматривать, вот вообще цинично это рассматривать этот вопрос, то во время кремации тело горит, выделяет тепло. То есть ты отдаешь какую-то энергию в любом случае в виде тепла. То есть происходит химическая реакция, опять-таки, ну, химическая реакция идет, преобразование веществ. А так зола это что такое? Это же углерод. То есть он дальше также участвует во всех процессах. Так что, ну, золой удобряют, как ты правильно заметил. Другое дело, что, может быть, не так быстро это все происходит. И меньше веществ, поэтому... Ну, не то чтобы меньше. Это все затянуто, что там эти урны стоят. Ну, никто же их не высыпает. Мне кажется, более естественным, ну, отдать все-таки тело земле. Это более естественно. Хотя тоже вопрос спорный. Для кого как? Собственно. Ну, тут, видишь, если рассматривать в период времени какого-то, ну, ограниченного, 100 лет, например, то что кремация, что погребение, с этой точки зрения нету разницы. То есть, роли не играют. Да, ну, что ты там на кладбище сгниешь, ты особой там пользы-то прям уж так не принесешь. Но в целом, если этот процесс рассматривать на протяжении там миллионов лет, то они равнозначны абсолютно. Как относишься к бизнесменам, там, инфо-цыганам, банкирам, ну вот всему тому сброду, который участвует в вытягивании? Ну, естественно, негативно, но, может быть, какое-то у тебя есть особое отношение и мнение насчет них? Да какое мнение? Люди, они терпилы на самом деле. Это даже в большей степени не их вина, что они так себя ведут, что там вот... Просто жертвы системы определенной.
которую в силу обстоятельств, ну, поскольку они жертвы системы, они просто как бы не могут посмотреть ситуацию со стороны, что ли, как-то абстрагироваться, и даже не пытаются эту систему изменить как результат. Их все устраивает, по сути. Они не задумываются, они не ставят вопрос такой, устраивает меня что-то или нет, потому что они не знают ничего другого. Вот в этом ужас, на самом деле, ограниченного человека, что у него нет такой категории, устраивает или не устраивает. А что его может не устраивать, если вот он делает только то, что знает? Он же альтернативы не знает. Вот, например, первое, что делают наши власти, когда происходит какой-то кризис, они пытаются, ну, как бы, опустить железный занавес, чтобы люди не выезжали за границу там. Ну, то есть ограничить в передвижении максимально. Вот как ты думаешь, почему? Особенно молодых, вот как-то там. Думаю, чтобы максимально выкачать за счет них все средства. Чтобы они не разбежались, как муравьи. Ну, это как результат тоже можно сказать, что да, рассматривают просто как какую-то, как в «Матрице» в фильме, да, как батарейки, чтобы вот их как бы в шерстку постричь. Как какой-то материал просто расходный. Ну, биологический материал, да. Но тут вопрос несколько в ином плане. В том смысле, что мы же о чем говорили с тобой? Что людей все устраивает, сказал. Ну, терпилы. Да, их все устраивает. Так вот, когда ты людям закрываешь выезд за границу, ты, по сути, закрываешь им глаза. Они не видят, как... Они не видят разнообразия этой жизни. Им не с чем сравнивать, понимаешь? И, конечно же... Ну, Северная Корея даже далеко ходить не надо. Ну вот. И в этом случае людей все устраивает. Понимаешь? То есть создается такая ситуация, в которой... Ты просто физически не можешь сравнить свою жизнь с какой-то другой, и, конечно же, в этом случае тебя все устраивает. У тебя не возникает вообще вопроса, устраивает тебя все или нет, потому что ты другого просто не знаешь, ты не видел этого. Ты нигде же не был. Ну вот. Еще по поводу банков. У тебя нет какой-либо карты там от банка? У меня есть дебетовые карточки, я же помощь получаю на дебетовую карту на свою, конечно. Но кредиты там какие-то, никогда. Ты ничего не брал никогда? Ничего. Ни единого кредита вот за всю жизнь. Ничего, никогда. Но это я не скажу, что это заслуга Мавроди. У меня просто семья достаточно консервативная. То есть и бабушки с дедушками были достаточно консервативными, Царствие Небесное. Что просто так воспитали. Что лучше соси палец, чем бери кредиты. Вот именно. То есть я в любом случае... Такой. Да, я бы их в любом случае не брал, потому что я даже вот в долг не беру. Я лучше сам там, ну, в смысле... Как-нибудь выкарабкаюсь, но... Конечно, чем я пойду там, для меня это вообще унижение, сам факт, что для меня это вот просто унижение, для меня это вот какое-то вот, ну, типа я там кого-то в долг буду брать, да я просто лучше дома закроюсь вообще и тихонечко умру, короче, чем буду там в долги влезать, в кредиты, вот так вот. Ты вызвал Олега Анисимова на дебаты. Ответа никакого не последовало? Никто из представителей даже не шелохнулся? Нет, конечно. Знаешь, почему, конечно? Ну, потому что они недооценивают. Они не способны оценить. Это абсолютно нормально. Я и не ожидал никакого ответа, хотя я с радостью на эти дебаты согласился бы, если вот представится такая возможность. Просто... Я это все делаю исключительно для рекламы, опять-таки. Ну и чтобы показать им истинную цену вот этих всех. Что они же не способны отвечать за свои слова. Вот в чем парадокс. Но ужас в другом, они даже этого не понимают. А Олег Анисимов это единственный такой, скажем, персонаж? Или ты еще с кем-то хотел дебаты, но там... Нет, я вызываю вообще многих даже в чате, там обычных вот людей... Рядовых. Вызывал? Конечно, я всем говорю. Вот, все, кто... Вот даже сегодня там был прецедент, что человек там что-то, ну, типа, сказал, а я говорю, готовы ответить в формате видеодебатов за сказанное? Ну, меня удивляют эти люди. То есть, они вот говорят, они треплются, да, когда они где-то там за аватаркой, что вот они там... Причем их риторика, вот людей жалко.
Вы же мошенники, людей жалко. Ну хорошо, спаси людей, вот поговорим. Ты же вот уверен, что мы мошенники. Ты сможешь убедить людей, значит, здесь не участвовать. Там, тем более мы разговор там выложим в сеть. То есть все посмотрят. В чем проблема? Ну, я вообще не понимаю этих людей. Ну, Уточнение. ковыряются словами, а по итогу ничего. Ну, да, это и совсем коротко. А вот опыт там каких-то дебатов, видеоразговоров, интервью, кто для тебя оказался самым положительным? У тебя был разговор с Янартом, вроде бы, Но пока вот или на он... данный момент я бы даже сказал, взял бы грех на душу и предположил, что вот с точки зрения полезности для МММ, более полезного человека, ну не то чтобы полезного, понятливого, то есть человек, который пытался действительно понять. Я с Яном, говоря, чувствовал беседу, я чувствовал, что человек, он реально пытается понять. Он не пытается отстоять свою позицию, он пытается понять. Это вот и поистине сократовский подход. Подкопаться как-то. Причем конструктивно. То есть, С ты смотрел уважением, да. беседу? Мне очень понравилась эта беседа. Вот, ты обратил внимание, что когда я выдвигал факты, которые, ну, полностью, скажем так, в пользу МММ, но поскольку это факты, я не извивался в этот момент, как уж на сковородке, он просто говорил, да, это так. Он говорил, да, Данил, я понял вашу мысль. Вы хотите сказать, что средства ограничены везде. Это так, все, дальше. Ну, то есть, понимаешь, это удивительно. Таких людей, в чем он раз, что он Очень мало. журналист? Вообще их нет. Их вообще нет. Вот посмотри, Смавроди самый, какой вот тебе больше всего понравился? Какая беседа понравилась с Сергеем Пантелеевичем? Наверное, среди всех вообще больше впечатлений у меня от беседы с Гордоном. Ну, Вот. потому что он располагает. Он его раскрыл. Он его раскрыл. Он дал ему выговориться. Он задавал вопросы, не перебивал. Если что-то и вставлял, то в целом уместно. То есть как профессионал он очень себя, с профессиональной точки зрения, очень хорошо проявил. Он раскрыл личность, раскрыл человека, которого он, ну, собственно, опрашивал. И, точнее, но там не было вот много про МММ, не было вот как каких-то именно возражений, да? То есть он просто дал Мавроди рассказать свою историю. Вот. А с Яном, то есть я подозреваю, подразумеваю, что если бы вот состоялся у Яна с Мавроди, да, беседа, состоялся диалог, это было бы вообще вот просто что-то с чем-то. Потому что даже Димура Степан, ведущий РБК, не смог настолько вот держать, как говорится, марку, как это делал Ян. Ведь то, что он со мной соглашался с фактами, не со мной, с фактами, которые я привожу, это не делает его слабым. Напротив. То есть Сильным. это, да, это свидетельство о том, что человек способен отличить. То есть для него не важно, кто указывает на факт. Если этот факт соответствует действительности, он его принимает и с ним соглашается. То есть ноль предвзятости. Это поразительно. Я прям даже был удивлен. Причем ты же не знаешь, и никто не знает, кто из тех, кто эту беседу смотрел, что было до эфира. Мы с ним до эфира за 5 минут созвонились, и он мне говорит, Данил, ну я там улыбаюсь, как всегда, сижу там спокойно, типа. Он говорит, Данил, готовьтесь, я буду на вас нападать, то есть это, говорит, будет немилый разговор. Я говорю, Ян, слушайте, если, говорю, вы еще не в курсе, то вся моя жизнь это сплошные нападения, это, говорю, для меня абсолютно как бы, ну, рабочая обстановка, что мне постоянно пытаются там, ладно, говорю, нападать, меня, говорю, постоянно обвиняют в мошенничестве там. Я говорю, я к этому привык, все нормально. Он такой, ну все хорошо. Ну, то есть он даже меня предупредил, что типа будет нападать, хотя по факту, ну, он приводил, конечно, аргументацию там, но он очень хороший человек, на самом деле, и профессионал. Как профессионал и как человек, это вот. По твоим словам, экономика это не наука? Нет, конечно. Она не может ничего предсказать, потому что. Она не может ничего просчитать, она только задним умом сильна. То есть, там, типа, констатировать, вот кризис. Она не наука даже потому, что Америка, чтобы спасти сейчас свою задницу, печатает доллары, просто, по сути, заливает пожар бензином, устраивает везде, ну, грубо говоря, войны, спрос на эти баксы. То есть, это несовершенство схемы даже. Вот этой вот. Поистине, кстати, финансовые пирамиды, самые настоящие. А экономика это социология, это психология, это поведение, это просто вот люди, хозяйственная деятельность.
и люди, которые в ней участвуют. Вот что это такое. И вот еще про Гордона. Если бы он тебе предложил видео по видеосвязи, ты бы согласился? Я бы согласился, но я бы при одном условии, что во время интервью, и он это бы обнародовал, я бы ему задал вопрос, как он мог опуститься вот до уровня Максима Мернеса, там, чтобы... Прямо так, это мой принципиальный момент. То есть, мое условие принципиальное. А так, просто ради пиара, если бы он сказал нет, я бы не согласился, потому что, ну, во-первых, политическая ситуация. Стоит мне дать Гордону интервью, я думаю, меня тут же запишут вообще в экстремисты там и прочее. А тут, как бы я не скрываю, что я тут же обозначу вот этим своим вопросом, что какого, пардон, хрена вы... То есть, получается, вы содействовали мошеннику, вы, получается, мошенник, как вы это прокомментируете? Вот так я бы начал с ним интервью. То есть, не полюбовное интервью я бы ему не давал. Ни при каких раскладах вообще. Только жестко. Только, да. Только вот в формате, что я его оппонент, именно противник, в смысле. Такие вышли бы своеобразные дебаты. Да не знаю, что бы там вышло. Планы на будущее. Каковы они и, собственно, что ждешь от системы, ну, там, возьмем, допустим, ближайшие 10 лет? Ничего не жду. Только вот поступки и действия в счет идут. Я вообще никогда ничего не жду. Я вот стараюсь оперативно все решать. То есть, чтобы система работала, система двигалась? Система будет работать, система будет развиваться. Вот все планы в общих чертах. Делать все возможное для этого. Есть ли какие-то, может быть, просчеты, ошибки в системе? Есть ли о чем жалеешь? Может быть, хотел бы изменить? Не жалею ни о чем, но ошибок, если задним умом анализировать, огромное количество не в системе, а у меня лично. Но ничего менять ты бы не хотел? Нет, ну как не хотел бы менять? Ошибки анализируются, над ними ведется работа. А, ну работа, да. Конечно, их огромное количество. Я к тому, что я признаю, что я ошибаюсь очень много. Это абсолютно естественно. Если гипотетически представить, что у тебя есть возможность вернуться там в прошлое, ты бы исправил все эти ошибки? Конечно, я бы поступил так, как я вижу сейчас это. Что я вот об этом хотел уточнить как раз. То есть это ошибка именно с позиции сейчас. Вот недаром есть такая поговорка, что хорошая мысля приходит опосля. То есть все мы умные задним умом, да? То есть когда мы уже видим в ретроспективе, что я сделал... Это результат есть. Конечно, к чему это привело, что я сделал и к чему это привело. И я мог бы сделать иначе и думал над этим, что самое интересное, но сделал все-таки так, как сделал. И вот я вижу, что если бы я сделал иначе, я бы все-таки рискнул и сделал иначе. То есть попробовал бы не допустить вот эту ошибку, вот так скажем. И вот как продолжение вопроса, что бы ты сказал себе лет 14-15 назад, вот себе еще такому скептику, который не был участником МММ 2011? Будь еще смелее. Чем ты есть. И вообще ничего не бойся. Да, жизнь одна. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Вот что бы я сказал. Наверное. Но я не люблю такие вопросы, потому что, ну, это больше такое, это такая риторика. Фантазийное такое. Будет ли у тебя преемник? Ну, вот, даже просто тоже гипотетически представить, вот если вдруг что-то поменяется, то... Нет, если ты не в курсе, у меня есть человек, которому записаны два видео на случай моего ареста и на случай моего физического устранения. Эта информация есть... То есть все уже запротоколировано, по сути? Ну как запротоколировано? Это громко сказано. Просто человек, которому я доверяю, как самому себе фактически, записаны два видеоролика. Да, давно уже. Так это все, ты просто не в теме. Это все есть, это все обнародовано на телеграм-канале Мавроди Клуб, в закрепах все это есть. Что у меня есть преемник, что даже если со мной что-то случится, он... Но это не значит, что система продолжится вот именно в том виде. То есть тут я просто, грубо говоря, даю людям шанс продолжить без меня. А там уже все от них зависит. Смогут они продолжать, не смогут.
справится мой преемник или не справится. А так, еще раз говорю, система рано или поздно, она своей цели достигнет. Я в этом вот вообще абсолютно не сомневаюсь. Вот абсолютно. По поводу системы, какие-то рекламные ролики, может быть, рекламные билборды, что-то, вот были идеи насчет этого? Ну, идеи были, никто не дает этого, никто не соглашается размещать. Поэтому все рекламные ролики ты видишь в YouTube-канале, который собачка, а вроде нижнее подчеркивание клуб. Все, других нет. То есть, по сути, мои обращения, это тоже можно назвать рекламой. Ну и все остальное. Есть основной, скажем, сайт на платформе Telegraph. А были ли мысли создать вот отдельный сайт прям в браузере, как это делал Мавроди с МММ 2.0? Мысли обратного, прям противоположного толка. Никогда не создавать такого сайта. Почему? Потому что он будет блокироваться, он будет доситься, сервер будет постоянно подвергаться атаке. А здесь мы создаем, я просто это блок. То есть я под прикрытием некой платформы нахожусь. Ее закроют, я открою на другой. Вот и все. Ты считаешь это ошибкой Мавроди? Нет, не считаю. Или это просто вот потому, что тогда не было подобных платформ, и поэтому... Ты абсолютно прав. Не то, чтобы не было подобных платформ. Тогда не было такой борьбы с сайтами. Тогда все, что могли сделать, это задосить. Тогда вот не было VPN-ов, ограничений. И поэтому в тот момент, в том контексте, я бы тоже делал сайт, наверное, свой личный. А сейчас, ну, я не вижу в нем смысла. Функционал он никакого не несет. Там просто моя писанина. То есть предупреждение и мои рекомендации, которые мы называем правила. Все. Каверинцы, где они находятся. Поэтому не вижу смысла там сайт открывать. Сайт, это как сказать... Ну, такая болевая точка. То есть его будут блокировать, пытаться как-то вот дискредитировать, саботировать. В этом проблема. Вернусь к МММ 94 года. До нее Мавроди исключительно занимался предпринимательской деятельностью. Ну, там компьютеры были у него. За счет этого он, в принципе, хорошо в них разбирался. Был ли у тебя какой-то до этого опыт, может быть, предпринимательский или там организационный до МММ 2.0? И если не было, то хотел ли бы ты такой опыт? Нет, у меня был опыт. Я неоднократно об этом рассказывал. Я занимался недвижкой и вполне успешно. И не только риэлторством, а мы там... Ну, то есть какой-то бэкграунд до создания МММ 2.0? Связано с МММ, это не бэкграунд, просто моя жизнь. То есть мне приходилось... Я когда мед забросил, я формально получал другое высшее образование, ну, номинальное, параллельно работал. И я говорю, с коммерческой точки зрения у меня все было в порядке. То есть я никогда не сидел, не бил баклуши, там ничего... Ну, не было такого, чтобы я там... Ну, в какой-то крутой пике уходил, типа... То есть я всегда чем-то занимался. То есть всегда. Ну, продажами в основном. А что у нас? Чем у нас вот в стране можно заниматься? Только продажами. Если у тебя нет родителей, у которых есть доступ к трубе, все. Ты занимаешься только продажами. Ты больше ничего не можешь в этой стране. Ты либо на трубе сидишь, ну, в смысле, на сырье, на казне, либо ты перепродаешь. Все. Я видел видео с иностранными участниками, скажем, неформального объединения, и уже ты работаешь на мир. То есть, ну не работаешь, а скорее распространил МММ 2.0 на мировой рынок. Так сразу. У нас сразу была ячейка из Африки. Это еще со времен МММ Global они остались. А, то есть ты ничего не перезапускал, а просто уже продолжил то, что было, считай. Не-не-не-не-не. Конечно, МММ 2.0 это новая система, и здесь они снова участвуют. Просто это участники, которые знают об МММ по МММ Global. Просто это по старой системе было уже как продолжение какое-то. Да не продолжение. Просто они знают про МММ, они вот в свое время участвовали в МММ Global. Они знают Мавроди, они участники МММ Global в прошлом. Потом и они Global. Вот и сейчас они участвовали в МММ 2.0. Да, конечно. То есть
Это участники со всего мира, ну, отзывы можно же посмотреть, там и Бразилия, Африка, там, страны СНГ, я вообще молчу. Ну, то есть, это по большей степени все-таки, если говорить про заслугу, то это заслуга Мавроди, естественно. Это МММ Глобал, и я этого не скрываю. Это, наоборот, круто, что есть некий задел, который ты можешь использовать. Вот как раз по поводу отзывов, по поводу участников. Были ли такие участники, которые уже были внутри системы, но они как будто бы не понимали или не хотели понимать. И в итоге образовались какие-то недопонимания, странные ситуации. Если такие были, то можешь о них рассказать. Да, такие ситуации сплошь и рядом случаются. Сплошь и рядом? В текучку особо не влезая, но такие люди, которые, ну вот просто, например, они не могут понять, что такое, что значит нет гарантии обещаний. Ну не могут понять. Они считают, что если вот им не выплатить проценты, да, то все, это обман, типа. Ну то есть, вот. В основном просто все. Я к чему, что Мавроди рассказывал о каких-то забавных моментах. Вот там из Думы была какая-то помощница, был дед, обосновавшийся на лестничной площадке. У тебя не было никаких вот забавных ситуаций, связанных с... А именно забавных? Да. Забавных. Ну вот у нас сегодня в чате забавная ситуация. Человек оказал помощь на 100 тысяч, получил на 167 и абсолютно убежден, что его обманули. То есть у него претензии, он там не может потерпеть чисто технически, но он плюсовой участник. Как бы по приоритету десятник его заявки рассматривает позже всего. Но это естественно. То есть должен же быть какой-то порядок. То есть в первую очередь помощь оказывается людям, которые еще ничего не получали. Ну, а он вот недоволен, ждать не может. Тут же все это выносит, начинает там пытаться предъявить что-то. Но все эти вот предъявы, грубо говоря, они вот такого толка. Типа оказал 100, получил 167. Где мои проценты? Обманули, мошенники. Там, ну все в таком духе. Ни с какими участниками ты не встречался лично? Или, может быть, кто-то тебе предлагал? Я вообще не любитель сборищ, на самом деле, поскольку все эти сборища, они контрпродуктивны. Объясню, почему. Если я встречусь с участниками лично, они это расценят как какое-то, вот знаешь, ну... Понебратство? Не-не, не понебратство, наоборот, что вот мы там Данила видели. Это начнет... На этом фоне начнутся спекуляции. Нет, это... Я на самом деле... Не то, чтобы я тут зазвездился, ни в коем случае. Это просто будет мешать делу. То есть они и так вот, многие приходят из МММ 2011, приходят сегодня сюда и говорят, Данил, ты меня помнишь, там, как будто от того, что я их помню, сейчас для них там какие-то спецусловия будут. То есть они как бы ждут каких-то особых приглашений, какого-то особого отношения. Ну мы там ветераны и так далее, и так далее. Как еще раз? Ну мы там ветераны, дескать, и так далее. Да. Вот мы тебя помним, мы тебя знаем. То есть они как бы нарывают... Я это все расцениваю как зачатки коррупции, на самом деле. То есть любые особенные отношения с людьми, они порождают разрушение вот этой вот простой, доброй системы. То есть, получается... желание наживы, извини, перебью. Желание наживы и какой-то выгоды личной. Да, для себя. Вот я знаю его... Да даже выгода в том, что вот какое-то отношение у меня как будто бы к ним будет особенное. У меня по этой причине нет друзей, я их сюда не тащу. Поскольку, ну, в смысле близких людей каких-то. Потому что они знают, что здесь не будет никакого отношения. И, возможно, они в смысле участвуют, я не знаю об этом. То есть я лично, ты мне раньше задал вопрос, как там к МММ относится. Я не тащу людей в МММ лично, которых знаю. Мавроди после там какого-то момента узнавали на улицах, но в целом он говорил, что такого не было. Тебя никто не узнавал? Вот за все это время? Было пару раз. Но это было еще по МММ 2011. Какие-то автографы, там, фотографии? Нет. Там совершенно спокойно, типа, о, Данил Юсупов, я тебя помню, там, вот так, и все. Чисто дружеское такое, ну, приятельское. Да. Ну, это при том, что, в смысле, ну, это и так понятно, что человек до этого, я его не знал, в смысле, ну, он просто там. Но один раз у меня был случай, да, это, по-моему, было, когда я уже возродил МММ даже, по-моему, в 2020 году было. Там вот ребята в пекарне просто, о, типа,
Но мне на самом деле, я как бы избегаю всего этого, я стараюсь это все сразу. Это тоже мешает. Ну, да, конечно, а зачем мне это надо? Это избыточное какое-то внимание, нафиг оно, я вообще не любитель. Будь моя воля, ты бы даже не знал о моем существовании. Ну, то есть, если говорить лично обо мне, я такой человек, мне это все совершенно не нужно, я в этом не нуждаюсь. Наоборот, хочется своей личной жизнью жить, чтобы никто не лез. Это просто все как инструмент для системы, для продвижения там. То, что я видео записываю и приходится лицом торговать, ну, конечно. Я же об этом прямо говорю. Я вот не люблю всего этого вообще. Поэтому ты никогда не думал, чтобы там какой-то образ создать, может быть, и расположить людей? Не, знаешь, мне в свое время участники МММ 2011 даже в порядке некой такой укоризны, предъявы какой-то, говорили следующее, что вот у тебя была такая возможность стать блогером, а ты типа даже эту возможность упустил. Я вообще, ну, вот так вот смотрел на них, типа, что? Ладно. Ну, люди же, видишь, они исходят из своих каких-то вот. То есть, это значит, ну, там, что PR, в этом месте... PR-компанию запустить какую-то. Ну, а какую? Ну, вот есть YouTube-канал. Какую PR-компанию? Давай, предлагай, какие у тебя есть идеи. Ну, у меня на самом деле нет идей, но я имел в виду в целом какое-то продвижение вне канала, какое-то вот, может быть... В качестве сотрудничества с другими там сайтами, где-то что-то всплывающее окна. Нет, на самом деле у нас есть реклама даже в интернете. Да? Да, у нас есть реклама. Ни разу не наткнулся. Ну. Не так много, да, ее? Ну, ее и не так много, и ну, на таких специфичных ресурсах мы ее даем, скажем так. В моей программе есть особая фишка, как правило, под конец выпуска или в самом конце мы меняемся в, ну, ролями с гостями. Что бы ты хотел задать мне лично? Какие вопросы? Да. А ты как вообще узнал про МММ? И что тебя вот так зацепило? Что тебя побудило? Вообще про МММ, просто как систему. Да, вообще про МММ. Я узнал, конечно же, через Мавроди, через интервью как раз-таки, которое он дал Гордону. Я его посмотрел. Меня заинтересовал Мавроди, и я посмотрел, по-моему, еще два интервью с ним. Одно в формате монолога, там, какого-то 2007 года, что ли, что-то такое. А второе я посмотрел вот эти как раз бизнес-секреты с этим Анисимом и Тиньковым. Вот, так я и узнал. Но долгое время я даже не вникал и не пытался вникнуть именно в саму систему. Мне был интересен Мавроди. И вник я только тогда, когда опять наткнулся на эти видео, на нарезки как раз твоего канала. Угу. Вот. И тогда же я начал смотреть его там дневники, «Сын Люцифера». Тогда же я заинтересовался, посмотрел с ним все оставшиеся какие-то эфиры, интервью. Было какое-то на радио, где он с депутатом каким-то говорил, вот, и там ведущий был вырезан еще, вот. Мне это показалось интервью бесполезным, но очень смешным, самое, наверное, забавное. И самое такое, не то что бесполезное, а самое показательное интервью, скорее как беседа, с молодым еще депутатом каким-то, который пришел там, преподает в университете экономику. Вот. И как раз 1,5 часа, что ли, или 2, они с Мавроди, он ему в глупую доказывал, что вы мошенник, вы такой-сякой. Вот. А он его просто простыми лаконичными ответами жестко вот отталкивал. Ну, не отталкивал, а скорее отрезал. Вот. Вот так я примерно и пришел. Ну, а потом я там вступил в чат, почитывал что-то. А про саму систему подробно я узнал именно из ответов на вопросы, когда Мавроди записывал. Вот там. Понятно. Ну, интересная ситуация. Мне ее тяжело представить, поскольку ты узнал о личности сперва. Да. А только потом узнал о том деле, которое его сделало
популярным. То есть, То в есть принципе, сделал мне было личность. интересно больше лицо, которое создало это, а не сама система. Не знаю, почему так, но вот как-то... Вот я тебе объясняю, почему так. Потому что... ну, ты же молодой, ты когда узнал о Мавроди, МММ не было оригинальной уже, правильно? Да. Вот. И то есть у тебя получилось наоборот. Ты сперва узнал человека, а потом узнал о системе, которая сделала его, в принципе, человеком. Человеком узнаваемым. И ты же это понимаешь, причинно-следственную связь? Что если бы не МММ, мы бы сейчас вообще не разговаривали. Сделала именно фамилию Мавроди как нарицательную. Ну, фактически. Ну, это, конечно, власти наши постарались все-таки. Это не МММ, это именно наши власти. Причем это еще в далеких 90-х Мавроди на передаче «Человек и закон» совершенно спокойно признал, что власти сделали из меня монстра. Все. То есть это тогда уже все было. Тогда телевизор страшная сила. Это сейчас у людей есть какой-то выбор, какая-то альтернатива. Пусть интернет тоже уже, конечно, помойка, но хотя бы ты в ней порыться можешь. А в телеке все, вот одно ведро с помоями, выбора нет. То есть, ну это страшное, на самом деле, дело, это не смешно, это очень страшно. Что показывают, то и как бы и смотри. Еще один вопрос у меня к тебе, раз уж я ведущий. Давай. Ну, один, последний. Ты вот когда меня увидел, только честно ответь, вот просто впервые увидел мое видео, какое у тебя впечатление обо мне сложилось? Сложилось впечатление... И что это было за видео? Вот, очень важный момент. На какое видео ты напоролся со мной впервые? Я напоролся на шортс. Вот, короткое было видео с тобой, когда ты говорил про там то, что, ну, то, что система работает, то, что ты там не мошенник, вы можете проверить все сами, в чат переходите. То есть все отзывы есть. Ну, как бы доказывал простыми фактами о правдивости. Вот, что-то такое там было. И я сперва подумал, что да как так? Как-то сначала не поверил, если честно. Ну, скептицизм был. Нормально, нормально. Я это и хотел. Я именно этого честного ответа и как бы, ну, хотел. Ну, то есть, зачем лукавить, если я знаю, что я всегда относился со скептикой легкой к такому возрождению, там, неважно чего, но что-то вернулось, и я такой, ну, как-то что-то как будто не то. А когда начинаешь узнавать, копаться во всем этом, то ты уже понимаешь, что и как на самом деле. Ну, стадия отрицания, как первая стадия принятия, это же абсолютно нормально для думающего человека. Другое дело, как бы, ну, ты вот начал изучать, ты начал погружаться, да, а кто-то же просто отсекает для себя, вот он думает, а, мошенник очередной, все. То есть на одной этой стадии он остановился, по сути. Да, и начинает еще там комменты писать. Что там, есть еще дебилы, которые поверят ему и деньги понесут. Ну, вот в таком духе, по сути. Да, жизнь, она такая штука, очень интересная, ну, многогранная и разнообразная. То есть не так все, как Мавроди сам говорил, что правда порой самая неправдоподобная вещь на свете. Вот вроде кажется по первости все так, там, ну, как-то не вызывает доверия, а потом... По поводу, кстати, возрождения, вот ты говоришь, скепсис в принципе у тебя по поводу, да, любых... Тут же понимаешь... Эта система, она, у нее есть цель конкретная. Ты наверняка, когда про МММ впервые услышал, думал, что это чисто деньги, проценты, что это вот просто, да? Да, я думал, что это чисто финансовая какая-то вещь для зарабатывания. Да, ну вот, это, пожалуй, ошибка большинства. То есть они полагают, они не видят за вот этими, скажем так, навязанными обществом целями. Ну, мы же все как бы зарабатываем бабки, куда без них. Они не хотят увидеть истинную цель, то есть не копают глубже. И поэтому и оценочные суждения у них по поводу системы точно такие же поверхностные. То есть, там, ну, типа лохотрон, мошенничество. Причем вот вернусь к тому, что я сначала со скепсисом отнесся к твоему видео. Было бы, наверное, странно, если бы я за чистую монету это принял и такой... Ой, ну надо же, это новое возрожденное. Ну, конечно, я сейчас перейду там, послушаю. 100%. Как бы это вот, возвращаясь как раз-таки про ту внимательность, про которую ты говорил. Нужно быть осмотрительнее. Вот, нужно глядеть по сторонам, что называется. Конечно, конечно. Нет, я ни в коем случае, я же говорю, это абсолютно естественная реакция здоровой психики. То есть
вот стадия отрицания, стадия сомнений. Другое дело, что в этой стадии не нужно топтаться, нужно как бы, если ты сомневаешься, ну найди факты. То есть, если ты послушал общественное мнение и узнал из него, что Мавроди мошенник, МММ, лохотрон, ну ты хотя бы послушай хоть одно видео с Сергеем Мавроди теперь. Просто для разнообразия, как говорится, да, чтобы просто уравновесить. И уже из-за этого, собственно, в этом заключается журналистская работа. То есть дать высказаться двум сторонам, опубликовать это все и, возможно, высказать свое мнение. То есть отношение как к первой стороне, так и ко второй. Вот и все. Ничего сложного нет. А большинство людей именно что наслушаются какой-то одной части, ну, и все, и думают, что все узнали. А жизнь-то... Вот я хотел задать этот вопрос где-то в середине, но вот вспомнил про него только сейчас. Были ли какие-то фейки, там, самозванцы, которые пытались там, вот, у нас МММ и ни у кого еще. Я вот Данил Юсупов, я тот. То есть какие-то мошенники. Они и есть сейчас. И сейчас? Да, были прям там МММ 3.0 какие-то, это прям из наших, то есть они там поучаствовали. Ну, это абсолютно, я к этому очень спокойно отношусь. Вот расколота была в МММ 2011, раскольники появлялись. То есть, чтобы ты понимал, я сейчас в двух словах постараюсь описать портрет раскольника. Это человек, который, ну, до участия в МММ абсолютно ничего из себя не представлял, но поучаствовав в МММ, он вдруг возомнил, что он сможет все это сделать сам, типа ему никто не нужен. Он сам сейчас запустит свою систему. Ну, понятно для чего, чтобы бабла собрать, раз сам. Сам мотив, кстати, его выдает. То есть, если твоя цель не деньги, что тебе мешает участвовать в том, что уже создано? То есть, если человек начинает оттягивать одеяло, да, вот, например, как вот меня поражало, это каким надо быть, извини меня, идиотом, чтобы при живом Мавроде заявлять, что я вот открыл МММ, а такие были, прикинь. То есть, типа, ну, они по-другому, конечно, назывались. Типа, вот, да нафиг нам Мавроди, у нас тут все продумано. Просто же рука-лицо. Ну, как можно быть таким тупым? Вот, ну, просто, я не знаю, как по-другому просто формулировать. Вот. И по сей день они есть. Есть там мошенники мелкой руки, которые в чате там написывают активным чатланам. Ну, кто в чате общается, они написывают, типа, я десятник МММ там. Ну, то есть, совершенно примитивные мошенники, даже не средние руки, а какие-то там, ну, не знаю, на кого они рассчитывают. Подполье какое-то вообще. Как? Подполье вообще какое-то, какие-то низы там. Да это не то, что подполье. Подполье — это оскорблять подполье вообще. То есть они вообще просто там какой-то бред. Вот. На кого это расчет, совершенно непонятно. Там даже вот вспомнил забавный момент. Там был такой пользователь, который написал: вот помогите мне, там финансовая у меня проблема, вы же касса взаимопомощи, вы же помогаете. Вот, ему никто деньги не перевел, просто так, без системы. Вот он думал, что вот так ему будет. Потом он пишет: вот вы все там такие-сякие, вот у вас тут касса взаимопомощи, почему вы мне не помогаете? Ну это правда смешно. Это самая распространенная спекуляция, когда приходит человек, он не изучил ничего, он думает, что чат, это вот чат, касса взаимопомощи, у него представление настолько примитивное. Он, ну, не погружался, он не понимает, что это просто чат, в котором люди общаются. Он думает, что это чат, в котором, типа, мы друг другу деньги переводим. Ну, знаешь, что, на мой взгляд, повлияло очень сильно на вот такое вот восприятие? Люди сегодня, они... Вот сетевики эти все, у них постоянные вот эти именно сборища, какие-то чаты, какие-то офлайн эти конференции. Они вот создают видимость деятельности. Понимаешь, да, о чем я говорю? Бурной деятельности. То есть вот постоянное вот это из пустого в порожнее переливают, и как будто они там воду греют, короче, сидят. Вот это мы помогаем, вот это мы делаем, да, посмотрите, какие... Да, да, и все это там под бурные аплодисменты, какое-то шоу. И они к этому привыкли. И они, такие люди, приходят в чат и думают, у нас в чате вот типа, о, сидят участники, тут все друг другу помогают в чате буквально. То есть они не могут понять, что чат — это просто место, где люди общаются, а не сама система. Поэтому, да, они начинают эти инсинуации свои, типа, ну раз вы касса взаимопомощи, окажите мне 1000 рублей, переведите, докажите там. А у меня наоборот позиция такая, что если человек попрошайничает, ему ни в коем случае нельзя давать, поскольку... Тот, кто просит, он, ну, для него это медвежья услуга. Он должен, как сказать,
пройти через боль какую-то, да, ну, образно говоря, через мучение, через сомнение. Ему ни в коем случае нельзя вот давать вот так вот сразу. Он должен, вот, живой рождается в муках, короче говоря. Он должен помучиться. И тогда его отношение будет к системе искренним. А когда вот так, если всем там раздавать направо-налево по первой просьбе, так тут денег не напасешься на всех. Причем само название чата, оно же говорит само за себя. Мы вроде Club Flood. То есть флут — это же спам там, ну, просто не спам, какие-то поболтать сообщения. Ни о чем, типа. Ну, не по теме, да, можно сказать. Поэтому странно, что такие вообще заходят. Вот, ну, причем есть такая ложная, по-моему, цитата: «Лох не мамонт, лох не, не вымрет». Это же не цитата Мавроди, да? Нет, конечно. Нет, конечно. Она ошибочно приписывается ему. Ну, вот смотри, это уровень картинка ВКонтакте с какой-то брехнёй и там Джейсон Стэтхэм, типа, вот это этот уровень. То есть это, конечно же, вроде такого, ну, даже вот так, любой образованный, зрелый человек, даже более-менее образованный, более-менее зрелый, посмотрев видео, просто посмотрев видео с Сергеем Мавроди, вот те записи, которые есть, он поймет, что Сергей Пантелеевич в принципе такого сказать не мог. Вот понимаешь? В принципе он такого сказать не мог. Он не пользуется такими жаргонами. Он в принципе да, не... Это настолько примитивная речь вот эта, да, что вот лох не мамонт, лох не вымрет. Что он, ну... На фоне всех тех слов, цитат, которые там есть в интернете, гуляют официальные, это кажется просто, ну, вот что-то вот извне. Ну, это бред просто. Но хорошо, что тебе так кажется. Хорошо, что ты это понимаешь, потому что большинство... Просто, людей... ну, вот, да, я посмотрел столько видео, и когда я прочитал это «Лох не мамонт, лох не вымрет», причем до того, как я посмотрел все это, я лайкнул этот комментарий. Но потом, когда я снова наткнулся на это видео, я убрал лайк. Потому что, ну, уже я понимаю, что на фоне всего того, что я увидел, это просто какой-то, ну, бред, грубо говоря. Поэтому, ну что ж, будем завершать. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. С нами был сегодня Данил Юсупов. И это моя программа «Душевные посиделки» с Damian Works. Вот. Всем спасибо за просмотр. Мы еще обязательно увидимся.